Все, пошла такая. Все, главный товарищ сыт. Не сыт, а угощен. Идем, идем. А ты что, не торопишься туда за всеми? Идем, идем. Ася. Куда, куда бросила ж? Побежала, побежала. Идем. Вот, дурында. И ты туда же? Идем, идем, идем. Сейчас придется швырнуться. Идем, идем, идем. Леши тупят. Да они все, Ася вон бросила тоже. О. Где ты там бросаешь? Я ж сюда пока дойду. Вот же ж. Еще кто-то есть? Ну, а? Конечно, есть. Только а где? Они ушли в маленький вольер туда. Ну, сейчас я... Нет, там Ася с копытцем. Все? Кидай, кидай. О, боже. Что такое? Страшно, что ли? Ну, все. Миранда. Миранда. Бери, бери. Кто там? На. Иди ты да сюда. Да вон копыц вокруг тебя. Стоишь, смотришь. Ну все. А где Шерханчик? Не знаю, на. Все. Раскидали все. Ася, туда иди. Ты ну, свое если бросила? У нее там копытца, то она сюда не пойдет. Какой в этом смысл? Побежали, побежали. С этой стороны я ничего не могу вам дать. Тут высокий забор. Да? Интересно. Чего вы все прибежали? Идем туда. А вон идет еще. На подходе. Иди сюда, где ты был там? Вот какие-то все странные копытца ребята. Здесь. Побежали все туда. Так а вот, по-моему, осада. А, или это Шерханчик? Сейчас посмотрим. Или ну это вон, Симба? На полянку идем, Асенька. А, это Симба, наверное. На полянку идем. Вон, есть копытца еще вон на полянке. Вон Симбочка. О, Ася, так она, главное, ж бросила да. свое и пошла туда. Пошла. Ой, беляши, он улеглись рядочком. Он там один пришел где-то, вот куда Ася да пошла? Да вон там и копытца лежит. Угу. Он пошел, он копытцу этот серенький. Серенький вот бачок. Он. Вот он там. Ася, тебе не столько хочется копытца, сколько поболтать, поболтать, наверное. Да, болтушка. Асенька. Да, слышишь, у них такой обед маленькая. Был. Маленькая. Кисюнька. Девочка. Кисюнька, кисюнька. Очень много, кстати, еще грубых комментариев попадается. По что поводу? За колхозное имя Ася? Ее зовут по-военному Осада. Ну, вот для тех, вот, кто думает, что ее зовут по-военному Осада, то вы ошибаетесь. Потому что Осада в переводе, Осад в переводе это лев. А, соответственно, Осада львица. Это львица. И зовут ее не по-военному совершенно. А Ася это просто очень ласково. Если кому-то да, режет ух ласковое обращение, ну, можете выключать тогда. Тогда смело вам, видео и не смотрите. Не на наш канал. Да. Как-то странно просто, что люди относятся очень агрессивно к каким-то милым мелочам. Вообще много агрессивных людей. Стало. Это да, я согласна. У нас есть как на чем проследить, сколько лет есть. Мы да, ведем да, канал. Буквально
Ну, вот когда мы начали вести канал, и сейчас это совершенно разная публика, вы знаете. Ну, мы не говорим про всех, есть люди, которые нас смотрят просто с 16-го года. Вот они-то могут оценить уже это. Да, вот они, кстати, могут это оценить, потому что они тоже видят изменения зрителя. То есть это я так понимаю, что это поменялись, ну, не те люди поменялись, которые нас смотрят, а в принципе публика изменилась. То есть совершенно другие люди нас начали смотреть, и очень много агрессивных. Почему-то, да, пришли с агрессией на каналы животных. Злых людей, вот, со злыми комментариями. Вы эти комментарии, естественно, видите крайне редко. Если они крайне редко через фильтр. Да, если они проходят через фильтр, и мы, допустим, какое-то время, ну там, мы же не сидим круглосуточно за компьютером, за ведением Ютуба. Вот, и естественно, что какое-то время мы не отслеживаем, не фильтруем. Вот, но потом мы приходим, видим эту безобразие. Агрессию, да, это безобразие, и наводим порядок. Поэтому редко вы это видите. Кто удивляется, что вот не мы, видела, да, ни одного, не видела ни одного плохого, ну, собственно, поэтому вы их и не видели, потому что мы, ой, несет, смотри, несет, потому что несет. Мы их удаляем, эти комментарии. Ага, он принес все. Принес и спрятался он там в тенечке. Угу. У него такая костомаха там, ого-го. От обеда осталась, угу, которая. Вот. Так. Но что? В целом, да, настроение у людей поменялись, злые, да, и агрессивные. Мы хотим, чтобы очень у нас на канале царила добрая атмосфера. Все-таки общаться, ну, как бы, мы, у нас тут не какие-то споры политические. Нет, нет, мы специально, да, мы уходим от политики, уходим от каких-то острых тем. Ну, потому что это все вызывает, это все выводит на эмоцию. И, соответственно, вызывает какие-то негативные комментарии, какие-то споры жесткие такие с взаимными оскорблениями там, и прочим. То есть, и когда это все начинается между подписчиками, ну, мне кажется, это неправильно. Ну, и такого, неприятно. Такого не должно, да, быть это на канале под животными. Ну, на канале о животных, под видео о животных. Ну, для этого хотите спорить, есть политические каналы, видите. Ну, да. И с такими темами, да, горячими, есть обсуждения есть. Желтая пресса. Всякие там, да, у Малахова и прочее. Вот спорить можно там о чем угодно, сколько угодно. Если вам не жалко своих нервов, то пожалуйста. А у нас канал о животных, и разводить какие-то такие дискуссии, начиная от религии, языка и национальности, и заканчивая политикой, да даже политикой парка, ну, это не для нашего канала, не наша, друзья, тема. Да. Это не наша тема, и нас в этих темах никогда не будет. И все эти комментарии, все эти дискуссии многотысячные, не продвигают видео, как говорят, что хейтеры, пишите. Да, продвигают. Комментарии не продвигают видео, мы убедились в этом, то есть никак они не влияют на количество просмотров, вот, скорее наоборот. То есть чем больше просмотров, тем больше может быть комментариев. Но чем больше комментариев, тем больше просмотров от них не будет. Вот так это работает, поэтому мы не допускаем срача, если, ну, да, называем, да, это назовем по-простому. Это так, да. По-по-по. Ну а как это назвать? Ну, срач. Что, дискуссии? Дискуссии, да, для, нет, дискуссии это сильно. Это, да, мягко для культурно. Дискуссии, да, когда люди начинают сыпать оскорблениями друг на друга. Ну, нет. Мы этого стараемся не допускать. Вот, вы этого всего не видите в большей степени, то есть за редким исключением. Бережем где-то что-то проскочит. Нервы, да, тоже, да, стараемся сохранить. Следим за атмосферу, чистотой, да, канала. Поэтому, друзья, вот, приходите к нам с позитивом. С позитивом, за позитивными эмоциями. За позитивом, да, мы всегда вам рады будем. С позитивным настроением, шутки, с мышлением, да, у нас позитивным. Есть такие шутники, поэтессы, то есть это вообще все здорово. Приходите, мы всегда вам рады. Ну, а всем, кто приходит с целью начать, да, какие-то, начать вот эту вот
плохую дискуссию с целью навести какую-то смуту, подозрения, да, вот эти все следствия ведут колобки. Нет, это вам не к нам. Не по адресу, да. Не по адресу. Да. Уж извините, как есть. Опять у нас наболело. Да. Извините, что приходится иногда вот так вот высказывать свое мнение. Ну, потому что у нас с вами все-таки общение происходит. Вы пишите нам в комментариях, но чтобы мы не отвечали всем и каждому, потому что иногда вы пишете много. Вот. Да, мы с вами общаемся через видеоряд. Вот. Красавцы. Все улеглись, все предели. Только Ася куда-то. Куда-то она свинтила. А вот там кто в кустах? Не Шерханчик? Да. Шерханчик, верно. Вот там. Или вот. Аська. Вот в тех кустах. Вот там. Ну там уже я не это. Можно призумить. Так. Вот там. Нет, там Шерханчик, мне кажется. Невозможно. Ася опять куда-то убежала. Куда-то свинтила. В свои апартаменты, наверное. Ей надо побыть одной просто. Она устала от общества. Сказала, все. Зона комфорта моя там. Надо восстановить силы, скажи, а то все. Баланс. То гости, то вот это вот соседи. Надо. А вот идет Шерханчик. Или осад. Шерханчик играет. У него там копытце запуталось. Запуталось в кустах. В кусте. Смотри, он сам запутался. Там был бесен. Уже все, распутался. Распутался, да. Это с той стороны секунды. Можно снять. Опа, а, и сейчас уйдет оттуда. Или это осада? Нет, это Шерханчик. Мне так тяжело держать. Неудобно, да, тут под это самое, под углом. Вот так. Угу. Шерханчик. Шерханчик. Ася решила уединиться. Там где-то вот это спряталось, как обычно.